Всем привет. Итак, у нас продолжение эпопеи с печатными платами. В прошлый раз я когда пробовал УП-шку, делал под одну фрезу, я допустил одну ошибку в обрезке по профилю. Я задал слишком большую скорость, то есть 1000 мм в минуту. У меня сломалась вот эта фреза. Фреза у нас кукурузка. Диаметр 1 мм, сейчас камера сфокусируется. Вот она. Вот такая вот у нас. У меня сломалась фреза. Поменял быстренько фрезу на гравер. Вот такой вот гравирок. Давайте фокус наведу. Вот, поменял на такой гравер. И как бы я в плату все равно дорезал, потому что мне оставался только контур обрезать. Ну, достать ее с текстолита. У меня все вышло. Сейчас у меня опять появилась фреза. Вот она у нас, давайте приближу сейчас. Фреза опять же кукурузка. Диаметр 1 мм. Опять я переделал всю программу полностью. Изменил стратегию, изменил отверстие. Потому что раньше у меня здесь отверстия сверлились 1,5 мм. Сейчас я сделаю, чтобы сверлилось все строго одной фрезой. То есть без изменений. Раньше у меня как бы он паз делал кармашек и углублялся с каждым проходом. Сейчас буду делать вот так вот. Глубина сверления у меня за один проход 2 десятки, вылет на 3 десятки. Ну, то есть возврат, чтобы не забивалось. Фрезеровка первоначальный проход идет 1 десятая, то есть чтобы снять медную пластину. Ну, в принципе, сейчас начнем. У меня, повторюсь, все склеено в один файл, для того, чтобы вырезать все с одного прохода. Нули я, в принципе, уже выставил. Сейчас немножко уменьшу подачу на свой, так сказать, страх и риск. Подуменьшу, чтобы опять не сломать фрезу. Вот, и, в принципе, сейчас начнем фрезеровать. Нажимаем старт. Подача у меня сейчас для фрезеровки 400 мм в минуту. Больше я не захотел делать. Будем так пробовать так. Нажимаю старт. У меня включилась фреза. Ну и собственно. Вот собственно прошел процесс у нас фрезеровки. Возможно глубоковато, но даже сейчас он получается у меня снимает не 0,1, а 0,6. Я чуть подувеличил, потому что клею текстолит на двусторонний скотч. Скотч у меня только в одной середине идет. Здесь немножко край подрывает. Это для того, чтобы я сделал подачу такую, чтобы равномерно мог вырезать. Ну, в принципе, смотрим. В принципе, скорость маловата, можно будет поднять, ну это в дальнейших УП-шках, в принципе, я ее приподниму. Процесс сверления, опять, я вся косяк нашел, так сказать. Он сверлит, видите, за один проход сразу. В принципе, нормально, фреза выдержала, но... Я не хочу так рисковать инструментом. Сейчас быстренько переделаю УП-шку. Я хочу сделать, чтобы он сверлил вот так вот. То есть раз, два, раз, два. То есть ход, выход постоянно. Для уменьшения нагрузки по 2 десятки. Ну, пока попробуем так. Итак, вот, собственно, уже плата у нас дофрезеровалась. Это уже вырезка ее идет. Поближе поставлю камеру. Где-то вот так вот. Вибрации стану дает. Сейчас сверху пройдем со шкуркой нулевочкой. И в принципе все готово. Можно отдавать на пайку проверять. Единственный косяк. Вот здесь вот он. Вот. Я забыл точку сделать, ну, просверлить отверстие, потому что буду вручную добавлять. И рядом сейчас стать сразу поставлю по другому чуть процессу, сразу тоже фрезеровать повторную плату. Посмотрим, как она выйдет. Там уже сверление будет с остановкой идти,
И плюс чуть-чуть увеличим контур. Так, ну вот мы запустили вторую попытку. Здесь уже изменение идет дорожек немножко, опять же. Мы немножко изменили траекторию обработки. Если здесь мы начали эту сторону сначала обрабатывать, здесь он с этой стороны начал обрабатывать. И должны были увеличить на 3 сотки проход инструмента. Не знаю, скажется это как-то на плате, не скажется, ну посмотрим. Просто предыдущему фрезу просто указывали. Давайте вот так я поснимаю. Предыдущую фрезу мы указывали 0,7 мм, а фреза по факту у нас 0,1 мм. Я здесь ввел коррекцию инструмента и вот с коррекцией пытаюсь срезать. Все, знаю, посмотрим, что у нас получится. Режу на маленькой подаче, медленной, в следующих буду увеличивать. Сейчас режу всего лишь на 200 мм в минуту. Так как тестовый заход, просто для проверки. Ну, уже могу сказать, что второй вариант у меня провалился. Провалился, потому что он не дорезает дорожки так, как нужно. То есть, если посмотреть вот с той стороны, вот эти вот дорожки, они должны быть раздельные. Надо что-то взять, чтобы показывать. Вот они, дорожки, они должны быть раздельные. А мы видим, что вот перемычка между ними осталась, что недопустимо в плате. Можете посмотреть на той стороне, там они раздельные. Вот на этой, они совмещены. Также, в принципе, второй вариант мне не нравится, он не подходит, неправильный. Я его остановлю сейчас и включу, чтобы он прогнал по первому варианту, так как она рабочая, чтобы не испортить часть текстолита. Буду еще, конечно, дорабатывать, ускорять, изменять. Хочу как можно быстрее, чтобы это все получалось. И вот мы видим, что я вот с этой стороны включу. Вот он, собственно, дорезает то, что нам нужно было дорезать. Сейчас мы увидим вот эту вот дорожку, которая не дорезана. Вот ошибка исправлена. Теперь плата в утиль не пойдет, ему надо будет доработок, и мы сможем ее пустить в работу. Третья попытка. Доработаны все ошибки, так сказать. Ну, вернулся я к первоисходному варианту. Последнюю платку фрезерую на текстолите. Фрезу бы поменьше, 0,8 было бы фреза, было очень хорошо. Идеальная была. 0,1 все-таки крупноватая. Вот, собственно, все. Сегодня вырезал я три платки вот таких вот. На одной есть косяк. На эту дорожку я наращу проводом непосредственно кину. Вот как-то так сейчас буду снимать их. Ну вот, собственно, такие вот платки у нас получились. Вот они. Три штучки. Вот как они у нас выглядят. Как-то так, станок у нас вот такой маленький, аккуратненький, удобненький, со своими нуждами справляется. Единственное, что понял, что крепить надо как можно лучше на двусторонний скотч, одной полосы мало. Ну, чтобы подрывать все равно один край. Все, в принципе.